Всем здорово, ребят. Сегодня встречаю вот на этой вот кухоньке, вот в этом вот халатике. Так как полоска с острой лапшой у нас достигла конца, да, я заказал вот этот вот набор острой лапшички. Сегодня мы один из этих наборов попробуем. Самый-самый-самый такой лайтовый. Всем спасибо, кто задонатил на эту лапшичку. Вот я услышал ваш посыл. Подари гастрит стримеру. Или изжогу, или хрен его знает, что там еще. В общем, сейчас распакуем, попробуем и посмотрим, что это значит. Приступаем. Анбоксинг лапши. На заднем фоне уже чайничек кипит, поэтому будем торопиться, так сказать. Вся она называется булдак или балдак, или не знаю, не запоминайте это название. Набор стоит в районе 800 рублей. Сейчас самый первый берем. Розовенький. Да, вроде лайтовый. Булдак, крем карбонара, хот чикен, флейвор рамен. Рамен? Рейвен? Made in Korea. Ни слова по... Нашенски нету, из всего этого я тут понимаю только циферки. Весит это все. А где вес? Вес я только на Озоне теперь могу посмотреть. 140 грамм. Все это должно быть острое. Давай все посмотрим. В принципе, тут картинки, тут уже. Слушайте, вот здесь еще веселая уточка. Это утка же, нет? Или кура, фиг его знает. Но здесь она еще с радостью уплетает. Здесь уже. Показывает, что задумайся. Чувак, он просто смотрит тебе в глаза. Прямо говорит, не ешь это, чувак. Так, притом это кимчи, да? Вот это какая-то мега острая. Вот она просто, говорит, просто. Просто бомбанет у тебя желудок и скажет тебе прощай. Скажет, старый, ты совсем что ли? Так, ну это прям сразу, мне кажется, минус 100 хп будет. Hot Chicken Flavor Ramen. Здесь тоже как бы... Она показывает, что плохо, но жрать можно. И вот зелененькую. Я почему-то зелененькую хотел попробовать. Не знаю, насколько она будет остыть. Ну, вроде перец там, вот аж из пальца у нее что-то бьет. Вот мне не нравится то, что что-то коричневое там с перцем. Вот это какая-то подстава. Чувствую, что-то прям... Чувствую, наложили, да не то наложили. У нас здесь что-то есть, да? Давай еще... Штрих-кодик какой-то, да, прям вот так вот, наверное, не будет видно, но лапша быстрого приготовления Самьянг Хот Чикен набор, 5 вкусов карри, 140 грамм, 5 штук. Состав лапша пшеничная, крахмал из тапиоки, пальмовое масло, ну, вот, на это можно уже остановиться и выбросить. Глютен, соль, соевое масло, сироп, подсласти, эмульгатор, ребятки, соус, действительно масло аромат, с ароматом зеленого чая, соус, соевое паста. Хранить в сухом месте, не подвергать воздействию прямых солнечных лучей. Прям сразу подвергнем. Ну, здесь мытая тарелочка. Давай сразу прям сейчас вскроем, посмотрим. Вот все, что красное, вот это я сразу откидываю на потом, на когда-нибудь. Выбор вот из этих вот двух. Давай, наверное, розы, вот она еще, ну, как бы уплетает. Но все должно быть острое, все, как заявлялось, все у нас остренькое. Тут нож есть как бы. Я, конечно, сильный, но вот вдруг разлетится. Слушайте, не очень выглядит. Мне как бы не нравится. Она какая-то прям набухшая, как будто все, что не надо, впитала. Вот как она выглядит. Лапшичка 140 грамм. Взвешивать не буду. Да, стол чистый, можно отсюда есть как бы. Так, лапша это все фигня, правильно? Самое главное это то, что вот в этих вот порошочках находится. А находится чисто, блин, просто мышьяк. Так, вот это как раз соевый соус. Бульдак тот сам. Я на днях что-то ел, и вот палец облизнул. Было неприятно. Я ел, по-моему, то ли роллтон, то ли дышак. Да что ж ты все, и крошки это смести, вот этот мусор прошлый. Там даже собака тут выгуливает в окошке. Ходите посмотрите на смотрите. Ладно, сложилось, сейчас буду настраивать. Вон там кто-то ходит. Так. Ставим все это в покое. Давай первую откроем. Крем карбонара. Здесь вот прям все. Все вот так вот.
Так вот. Ну, высыпем все. Проверим. Обычно я знаю, когда острый, я сыплю не все. Но сейчас, чтобы эмоции были не поддельные. Они вообще, если кто читал инструкцию, они сыпятся по вкусу. Но как бы ты подсыпаешь, можно потом подсыпать, перемешать. Если тебе это не, как бы не в кайф, сыпешь поменьше. Но сегодня такой день. Я, кстати, добавлю в этот раз, наверное, майонез. С сметаной кто-нибудь ехать? Я, может, сметану добавлю. Ну, что-то белое надо добавлять, потому что дошики без таких вещей есть невозможно. Так, аккуратненько, потому что это, по-моему, самый концентрат, который там есть. Ну, как соус выглядит, обычный соевый. Все, вот это вот мы заливаем. До капли просто отработать все, что здесь есть. И напить. Так, чайничек у нас подскипел. И нам это все еще закрыть надо будет. Прямые солнечные лучи все равно не попадут. Как бы в Питере солнца нету, можно на окне все оставлять. И солнечных лучей. Все нормально. Тут, конечно, еще был вопрос о том, сколько воды лить. Я обычно мало лью, потому что я супчик не люблю, а люблю, когда вот просто тут разбух. Блин, он, смотри, мне кажется, сжигает соус просто. Он булькать начал ни с того ни с сего. Мне кажется, он выжигает то, что вот есть. Уже. А есть чем накрыть таким, чтобы... Что-то я не предусмотрел. Давай тарелкой прям. Как бы эти крышки искать, это все для слабаков. Прям вот, вот таким идеальным покрытием она еще прижмется туда вот так вот. О! Все. И все. И, короче, вот заметили, да, я сейчас с другим дошиком нормальным подменю вот это все. И съем не острые. А вот так вот, все секреты раскрыты. Так, что, подождем. Не буду я это все в таймлапсе. Сделаем паузу, дождемся. Приготовиться, когда. Итак, я тут плавно переместился. В этот. Давайте выключим, чтобы звук не был слышно. За стол переговоров переместился. Здесь все должно работать. Вот меня одна вещь смутила, конечно. По инструкции 5 минут, мы уже где-то 6, наверное, просидели. Вот, please remove the water. Remove 8 спунтов of water. То есть, надо заливать и промывать, что ли? Вот я не понял, как бы, liquid soup повод. Ну, короче, не знаю, в общем, как есть, но майонез будет, как бы, тут уже без, ну, вот, вообще без возражений. Без майонеза я такой есть не хочу. Так. Я вам сниму крышечку, да? Сейчас прям вот этим наездом камерой вот этой сделаю. Ну вот как он отсюда выглядит. Не. Неужели мало постоял? Пушечком какой этот. Воды много. Что-то оно прям плохо впитывает, слушайте. Блин, я бы еще подождал. Он не то чтобы хрустит, но он как-то мало прям впитало. Я закрою еще минут, наверное, 3 подожду. Потому что мне не нравится вот так вот. Я так не люблю. Плюс еще вода. Вода это даст такой нам эффект очень хороший. То есть, когда ты просто штука какую-нибудь острую даешь, она у тебя не растекается по рту. То есть ты съел вот там на один зубок орешек, он тебя там и жгет. А когда ты что-то с водички, с горячей, оно тебя все обжигает, у тебя все гореть начинает. А так как это еще температура большая, у тебя все впитывается, ты прям сидишь такой, у тебя башка начинает бах, просто взрываться, вот так вот кипеть, краснеть начинаешь. Так, подождем еще чуть-чуть, лень просто вставать, давайте вот поговорим, как ваша жизнь. Хорош. Много это не дало, блин, но и с одной стороны есть охота, на самом-то деле есть охота.
А с другой стороны, подождать бы, чтобы запарилась побольше. Чтобы побольше в тебя вот эту вот воду впитала. Вот. Потому что так это пить будет очень-очень-очень плохо. Так. И хлебцы, конечно. Я молока налил, у меня чуть-чуть было молока, но это прям самый крайний случай. Я вроде пока еще. После всякой острой фигни, да, пока еще не было такого, чтобы мне там молоком, чтобы там, не знаю, мороженым губы мазать. Я смотрел, как там люди едят орешки и прочее. Я надеюсь, что я буду более такой выдержанный к этой фигне. Никогда не любил острый, на самом деле. Вот последние пару лет что-то как-то люблю приправить, так сказать, блюда каким-нибудь перчиком и прочие штуки. Ну, короче, второй заход. Чуть-чуть подождали, может быть, там недостаточно много, ну, чуть-чуть от... Возможно, я просто хочу отсрочить вот это вот все дело. Кастрюлю тайм когда? Ролик будет на час, и скажу сразу, перематывайте на 59, там быстрая реакция будет. Еще чуть впиталось. Сразу вот там, ну, я не знаю, у кого какие предпочтения вкусовые. Тут, наверное, майонез не ест, кто-то скажет там, вкус перебьет. Есть это мне, а не вам. Поэтому я тут добавлю. Ибо без майонеза, ну, вообще никак ее есть невозможно. Я бы еще, конечно, бы какие-нибудь сосиски там или тушенка, еще тушенку туда бахнул, чтобы, ну, с другой стороны, я же это все могу выкинуть, могу это все не доесть. Поэтому вот как-то так. Для полного эффекта, наверное, присутствия. Даже вот так, единственное, эту камеру, блин, к сожалению, не вижу. Но, думаю, будет прям рот так хорошо виден. Краснота пойдет. Возможно, возможно. Не знаю. Посмотрим. Ох. Ну, знаете, что в таких вещах самое сложное? Когда себя накручиваешь, да? Как с орехами было. Если накручиваешь, они острые, потом натерпимы на самом деле. А сейчас у меня сейчас желудок сводит. Он вспоминает. Ну, приятного аппетита, конечно. Не знаю, если это очень остро будет, я не знаю, что будет дальше. И как бы какие-то будут там на стриме, допустим, есть. Наверное, не буду. Сейчас посмотрим. Ну, пока предсказуемо, что вода острая. Но лапша, сама лапша, мне не нравится. Мне кажется, я в следующий раз варить просто буду отдельно от всего. А потом вот это все разводить, потому что что-то она как-то прям этот... Не то, чтобы... Как называется макароны, которые вы не... Альденте. Она не альденте, но и как-то, я не знаю, думаю, помягче будет. Ну и не хрустит. Возможно, майонез нейтрализовал все это дело. Когда проваливается, я прям... Я даже знаю, где у меня сейчас она идет. Она прям, знаете, где-то вот здесь вот сейчас. Наверное, застряла. Прижглась к организму. До чего дошел уже? Ем на видео. Господи, а. Лапша хрень. Прям сама лапша. Лапша хрень. Рассольчик хорош, конечно. Чё мне упало? А, провод. Ну... Слушайте, вот это, ну, на уровне это Роллтона острова, который ел. Ну, а что я скажу, лапша говнище. Ее варить, наверное, надо. Вроде написано, что залить put notes intro, ну, 600 мл в boiling water. Boiling, это же, да, кипячен, кипящей водой на 5 минут. Все было даже чуть с запасом. Единственное, то, что воду надо менять. Блин, может, ингредиенты в конце сыпятся. Блин, я обычно все засыпаю.
и все с этим завариваем, может что-то по-другому делает. Ну, если сразу засыпаешь. Бульончик. Ну, хорошая. Но я бы приправу оставил с соусом. Я вот листик попался. Вот, что-то меня пробивать начало. Слушайте. Может быть, в этом что-то есть? Скрытый какой-то смысл? Ну, может, такой вкус должен быть карбонара. Есть еще такая фишка, на самом деле. Короче, нужно понимать, если остро, должен тормозиться. Если тебе остро, и чтобы не было остро, ты его дальше ешь. То есть ты пока ешь, у тебя, как бы, наверное, мозг думает, что ты как бы, ну, нормально все это ест и отпускает чуть-чуть. Так, там же я нажал, правильно? Нажал. Давайте еще посмотрим. Воды много, ну вообще как, не знаю, борщ выглядит, тут макароны повыкидывать. А. Ну, я эту доем. Как бы доем. Желудок спасибо не скажет, она прям, вот она прям, вот. А, хорошо побрился, сейчас бы вот этот пот всего на бороде бы оставался. А так? Не. Вот это пойдет. Это нормально. Это можно есть. Молоко не понадобится. Говорит, есть какой-то салат из доширак. Ну, типа вот там. Сейчас. Отход все равно есть. Все равно еще. Когда вздыхаешь, так хорошо, а когда выдыхаешь, вот этот назад, весь жар идет, и тебе такой прям. Как не очень-то, а. Нормально, водички много. Сейчас, как обычно, это будет все острее и острее, потому что все на дне остается, и ты уже зачерпываешь со дна, все это перемешивается, но при большом объеме он там по всему, по всей чашке гуляет. Сейчас все меньше и меньше, скоро дно, и острота достигнет своего пика, наверное. Наверное, на скорость легче, что ли, есть, я не знаю, прям, если вкидывать. Потому что стоит не остановиться, начать гореть и прям начинает жечь. Но хочется достигнуть вот эффекта, чтобы прям такая слизистая, так сказать, накалилась, и у тебя там с глаз все потекло, чтобы ты сидел прямо горел. Ну, не знаю, мне кажется, уже старость просто остроту заворачивает. Хорошечно. Ну, скорее всего, это секретный майонез, который вся впитал и расщепил просто все это жиром, раз это его скидал.
Вот эти кусочки овощей. Листики. Подавится. Но нормально. Я держусь. Я как бы тут вообще. А, еще хлебца. Хлебц помогает. Приправу, наверное, можно было всю не сыпать. Думаю, весь смысл именно в вот этом соусе. Приправа, мне кажется, так это. Чисто перебор, из-за этого она... Как бы, знаете, это чувство, когда что-то острое, да, и соль эту остроту перебить не может. Ты не понимаешь. А еще, когда горячее, знаете, когда вот вы что-то солите, потом пробуете и не поймете. Нормально нет, потому что горячее. Вот сейчас она обжигает, горячее. Непонятно, вот много, мне кажется, я приправ просто выкинул. Мне кажется, ни к чему. Но, как идет по желудку, обжигает прям, я чувствую. Прям, наверное, в конце я все доем. Никакой реакции, в принципе, нету. Не надо там, как в челлендже, там, про орешки. Было 15 минут, да, или 10 надо было просидеть. Ну, сразу просто, чтобы кишечничек смыть. Потому что вот эта приправа летает, она попадается. Она не растворилась, видно, до конца. И такое чувство, как будто, ну не знаю, там пыль вздохнула, не знаю, песок. Мелкие детальки. Приправу, я не знаю, ее размешивают, что ли, в конце, или как-то растворяют обычно. Это крошка-то попадается. Вот. Сопли, слюни пошли, слезы, но это все попадание. Самые ништячочки. Ой. Одна вода. Честно, потом, на следующее утро эффект будет как от крылышек KFC. Или наоборот, пошел по маленькому и все, и там этот... Чисто огнемет. Все. Там вот сколько осталось, остальное не буду доедать. Там этот приправа, эта крошка. Нафиг, блин. Я думаю, и так не видно, что острота какая-то прям присутствует. То есть, в принципе, если... Не любите острые, наверное. Как не переносите острые, то вот будете заказывать именно крем карбонара. С этого можно начать. Хотя, слушайте, они на картинке на самом деле выглядят, как будто они прям вот в кашу в какую-то, в суп превращаются. Как будто это не макароны, а реально переваренный вот суп пытались превратить в крем-суп. Ну, в принципе, можно как цыпленочек уплетать. Я думаю, нормально, зайдет. Аллергические реакции, ингредиенты. Ну, блин. Выложу ссылку под видео. В принципе, откуда брал, там всю информацию. Ой, а тут скрытый текст, знаете, вот это так закрыто. Здесь там отворачиваешь, оп, а там мелкий текст. Там через 10 минут ты сгоришь заживо. В принципе, ничего нового я тут не нашел и не увидел. 550 калорий, нифига себе. Серьезно, серьезно, много. 500 калорий в день. Просто дошек в день есть. Жесть. Корея. Так, ну, все.
Ребятки, на этом все. Посмотрим, как там дальше будет. Не знаю, когда смонтирую, когда выйдет. Ну, видео, думаю, дойдет до Ютуба все-таки. Что с остальным будет, не знаю, в принципе, какой-нибудь такой стрим разговорный запустить, и там уже поесть что-нибудь, ну, действительно острое. Я не знаю только, как будет еще видео, где я буду по шкале подниматься, ложков, или, в принципе, я понимаю, что, ну, остро, но можно держаться. Если будет два раза острее, то, в принципе, думаю, все равно смогу все это дело пересилить. И, ну, я имею в виду приступить сразу прям к острому делу. Два перца нарисованы, я думаю. Возможно, к нему сразу прям бахнуть и бахнуть. Ну, все, ребятки. На этом у меня все. Ставьте там лайкосы, предлагайте, что, блин, войдет в какую-то, наверное, это все дело традицию, что ли, там, собирать деньги на что-то, а потом это пробовать. Не знаю. В принципе, пока без каких-то излишеств и прочего. То есть какой-нибудь в чистоган, какой-нибудь Каролину Риппер мы прям с грядки пока еще есть не собираемся. Поэтому все. Всем удачи. Всем пока. Увидимся на стримах.